Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S7 сбросить настройки камеры. Зайдем в камеру. Нажимаем настройки. Включим разные функции. Опускаемся в самый низ и нажимаем сброс настроек. Параметры камеры будут сброшены. Нажимаем еще раз сброс. Как видите, нас вернуло назад. Нам снова показывают разные подсказки. Нажимаем ОК. Переходим в настройки и видим, что все те функции, которые я включил, снова отключены. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!